Игру «Шериф Реал» завтра в прямом эфире покажет телеканал «Матч Футбол 3». Начало трансляции в 22:00. Посмотреть игру можно будет и на большом экране. Кинотеатр «Тирасполь» покажет матч в синем зале. Билетов осталось совсем немного. Купить их можно на сайте «Билет ПМР» и в терминалах «Агропромбанка». В Бендерах матч «Шериф Реал» покажут в кинотеатре имени Горького, в красном и в синем залах. В связи с карантинными ограничениями залы в кинотеатрах можно заполнять только наполовину. Посмотреть матч «Шериф Реал» завтра можно будет в кафе «Сплетни» в гостинице «Россия». Количество мест ограничено, столики имеет смысл бронировать заранее.